Но мы здесь именно для этого, чтобы открыть секрет последнего ингредиента, который можно назвать искрой жизни. Всем привет! Мы продолжаем копаться в глубинах тайн ФНАФ, и сегодня мы выясним, каковы настоящие мотивы Уильяма Афтона. Обязательно посмотрите прошлые видео из этой серии, иначе вы не поймете, что я вам говорю. Скажу серьезно, немногие понимают, почему Уильям начал массово убивать детей. Кто-то будет считать, что он просто псих, кто-то, что он хочет семью, но в итоге все сводится только к одному – это найти искру жизни. Я вам попытаюсь объяснить причины его такого решения, основываясь на книгах и играх по ФНАФ, потому что мы можем откопать много всего, смотря на все источники. Поэтому я начну с того, как именно Уильям пришел к тому, что убив кого-то, можно получить эту самую искру жизни. Поэтому давайте включим логику. Самые ужасные несчастные случаи порой приносят самые прекрасные плоды. Воссоздать такой несчастный случай – долг и честь науки. Надо повторить эксперимент и получить тот же результат. Он говорил это о Бэйби, как в трилогии, так и в игре он создал ее для одной цели – убить. Убить для того, чтобы найти что-то, о существовании чего он определенно знал, но не мог это получить обычным способом. Но несчастный случай с Элизабет привел его к новому открытию – искре жизни. При том, что он точно не хотел ее смерти, следовательно, ловушка была не для нее, а для любого другого неосторожного ребенка. И цель создания Бэйби – другая, судя по тому, что он сказал. Он сделал ее до массовых убийств, что доказывают данные слова. Он начал массовые убийства для того, чтобы найти ту самую искру жизни, найденную при помощи Бэйби совершенно случайно. Но мы здесь именно для этого. Чтобы открыть секрет последнего ингредиента, который можно назвать искрой жизни. Да, я сейчас вам прямо говорю, все эти убийства – один большой эксперимент. И сейчас я вам раскрыла только основу, потому что в этом есть свои открытия, о которых вы и не догадывались. Как я сказала вам раньше, Бэйби была создана для того, чтобы убить ребенка для получения агонии. Или как это называю я, ложной жизни. Обязательно знакомьтесь с данным видео. И тогда он не знал, что получит искру жизни. Так вот, не возник ли у вас вопрос, каким образом он знал о существовании эмоционального ремнанта? И как с этим связан Генри? Оказывается, очень даже связан. Вспомним его слова из ФНАФ 6. Монстр, которого я невольно помог создать. В этом месте он говорит о Уильяме. Именно он создал его как убийцу, как монстра. Все это было из-за него, по сути. Чарли в обеих историях была убита из-за зависти Уильяма Генри. Ведь тот реально гениальный человек с головой на плечах. Но в игре Чарли была убита не первой. Следовательно, не зависть должна быть ключевым моментом. Значит, Генри нашел что-то, что и подвигло Уильяма на убийство. Я считаю, что Генри является параллелью к Финиусу Таггарту, которого создал всеми любимого призрака. Они очень похожи характерами и тем, что были такими подавленными все время. Возможно, Генри, как и Финиас, нашли только агонию. То, что впитывается в вещи при смерти людей или выявлении больших эмоций. Их эмоциональный ремнант. Но хочу заметить, тогда Финиас не знал, что в Фэтче и на скелете были души. Что как раз похоже и не знал Генри вместе с Уильямом. Мы нашли новый способ осквернить, унизить, уничтожить. Как будто страданий недостаточно. Они оба проводили над этими вещами эксперименты, пытаясь создать нечто уникальное и новое. Ведь не зря Генри знал о том, что шокер успокаивает аниматроников, или как на них действует температура. И похоже, из-за плагиатов Уильяма Генри прекратил с ним работу. В трилогии там все ясно, Генри думал, что его дочь в кукле, и он сделал тело для Чарли. Когда на самом деле в кукле был его эмоциональный ремнант. После чего примерно понял механизм, и они с Уильямом начали проводить эксперименты. Но тот сплагиатил диски, и это разозлило Генри. При том, что, хочу заметить, Уильям уже тогда пытался сделать аниматроников,
чтобы получить больше агонии. Именно твист от аниматроников. Они убивали людей и после этого за ненадобностью выкидывали трупы. Цель была забрать агонию, а не душу. Тогда Уильям не знал, что нужно забирать тело, чтобы получить душу. В игре же Генри мог найти агонию раньше. Ну, вообще, по сути, там все происходит раньше. Когда же Фредди Фазбер был открыт в 1973, а не в 1984, как в трилогии. Таким образом, мы выяснили самое начало и самые начальные мотивы Уильяма. Они с Генри нашли эмоциональный ремнант. И в зависимости от игры или книги, убийство Чарли из-за зависти Генри. После этого, в поисках ложной жизни, Уильям совершенно случайно получает искру жизни. После чего начал убивать детей, стараясь получить эту искру жизни. Но у него ничего не получалось, потому что аниматроники вроде были живы, но не имели сознания. Это привело к другим созданиям и другим видам одержимости. Ремнант, одинокий Фредди, разделение душ и прочее. Что в конечном итоге свелось к тому, что Уильям еще и захотел получить бессмертие. И что ты хочешь? Жить вечно? Ну, точно не так. Да, вот так вот. Что когда-то было маньяком, превратилось в сумасшедшего ученого-убийцу. Я надеюсь, что вы посмотрели перед этим видео такие выпуски, как «Ложная жизнь» и «Тайны убийц», дабы понять, что я вам тут пытаюсь донести. На этом все. Пока.